Привет всем! Сегодня будет обзор товаров из магазина «Светофор». Подушка «Лебяжий пух», размер 70×70, цена 269, есть в молочном и зеленом цвете. Просто интрикотажная, на резинке. Состав 100% хлопок. Размер 160×200, цена 351 рубль. Изготовлена в Узбекистане. На выбор два цвета. Также есть размером 90×200 за 279 рублей. На выбор также два цвета. Скатерть из ПВХ. В наличии два размера. 125 на 110 сантиметров и 135 на 100 сантиметров. Цена 95 рублей. Ощущается очень неприятный запах. Полотенце махровое, размер 60×130, цена 148,50, состав 100% хлопок, производитель Узбекистан. Цвет лесной орех, качество отличное. Набор бластеров с мягкими пулями в комплекте, цена 265,50. В наборе 12 пуль. Возраст 8+. Производитель Китай. Станки одноразовые. Упаковка 10 штук. Цена 40,50. Косметические ватные диски в упаковке 175 штук за 40 рублей. Шампунь Тимати. Объем 400 мл. Подходит для всех типов волос. Цена 65,50. Пена для бритья, для чувствительной кожи. Объем 450 мл. Производитель Китай. Цена 80 рублей. Пенка для умывания, мицеллярная, подходит для всех типов кожи, не содержит спирт, объем 150 мл за 100 рублей. Также из этой серии есть мицеллярная вода. Содержит гиалуроновую кислоту, без спирта, объем 400 мл, цена 33 рубля. Концентрированный стиральный порошок для белого белья. 1 кг данного порошка заменяет 7 кг обычного порошка.
удаляет застарелые и трудновыводимые пятна. Упаковка 700 грамм. Цена 159,50. Уважаемые покупатели, приветствуем вас в магазине низких цен «Светофор». «Светофор» – магазин нового формата. «Светофор» – это магазин предложений. Мы предлагаем вам выгодно совершить покупки для всей семьи на целую неделю. Магазин-склад «Светофор» располагает большим... Средство для кухни «Антижир». Объем 1 литр. Безопасно для кожи. Эффективно удаляет жир и нагар. Цена 33 рубля. Таз круглый, 10,5 литров. Цена 39,50. Есть шкала объема. Материал полипропилен. Производитель город Владимир. Ощущается ужасный запах пластика. Я думаю, он не выветрится. Лучше не брать. Мармелад жевательный, грейпфрут. Упаковка 500 грамм. Цена 78 рублей. Сухари ванильные. Упаковка 500 грамм. Цена 38,50. Печенье сахарное с начинкой. Вес 1 килограмм. За 119 рублей. Конфеты на сливках молочные «Миля». 1 килограмм за 112,50. Торт вафельный «Вкуснель». 270 грамм. Цена 37. В наличии есть чизкейк и тирамису. Батончик «Двойная радость» с карамелью. В упаковке 8 батончиков, по 50 грамм они. Цена 102,50. Апельсин дробленый с сахаром. Изготовитель город Воронеж. Масса 520 грамм. Состав: апельсины дробленые, сахар, загуститель пектин цитрусовый, лимонная кислота, консервант сорбат калия. Кисель с витамином С в упаковке 20 штук по 30 грамм. Цена 77 рублей. Производитель Россия. Корж Невский, светлый. Упаковка 400 грамм, цена 56. Хрустящие шарики в глазури. Упаковка 200 грамм, цена 45 рублей. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам большое за внимание. Буду рада подпискам и лайкам. Всем пока-пока.